Что ж, проведем тесты, посмотрим, что получится. Я уже не надеялась возобновить испытание. Иди возьми еще один, пока он не исчез. Прекрасно. Хотя наука всегда предполагает коллективную работу, помните, что, как в случае с Эйнштейном и его кузеном Терри, в историю войдет только один из вас. Только посмотрите, как величаво она парит в воздухе, как орел на воздушном шаре. Запиши все, в чем ты чувствуешь себя недостойным или неполноценным. Отлично. Ты так хорошо справляешься, что я даже сделаю пометку в твоем деле в разделе поощрений. Здесь масса свободного места. Хорошо справилась. Относительно.